Снова завод. Пятилетка, план, вал, поток. А речь-то идет об искусстве. Совместимо ли? Привет вам, граверы Великого Устюга, серебряных дел мастера, хранители старинных секретов. За секреты эти случалось и жизнью платили. Из рода в род переходило под клятвой, как сделать фон морозным, а узор золотистым, как орнамент вывести, чтобы одновременно затейлив получился и строг. Северная чернь. Не промысел, производство. Продукция реализуется на шестизначные суммы. Совершенствуется технология, внедряются новые образцы. А основа стародавняя, та же, и мастерство по-прежнему уникально. Иначе и быть не может. Достояние народной культуры должно сберегаться и использоваться. Теперь это не только добрая наша воля, но и принятый сессией Верховного Совета страны закон.